Спортивный марафон стартовал. В Славянском районе состоялось торжественное открытие спартакиады среди физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. В этом году спартакиада проходит под девизом «Живым и павшим посвящается» и приурочена к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Спартакиада среди физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в нашем районе стала уже традиционной. В этом году в соревнованиях приняли участие спортсмены из 13 поселений. Поддержать их в нелегкой спортивной борьбе приехали главы поселенческих администраций. Я поздравляю всей души сегодня спортсменов с началом спартакиады района по 21 виду спорта. Начало этой спартакиады для нас очень значимо, потому что мы все выступаем за здоровый образ жизни. Желаю всем спортсменам удачи и высоких спортивных результатов. Спортивный марафон продлится до ноября. В течение года участники спартакиады попробуют свои силы в самых разных видах спорта – баскетболе, шашках, плавании, настольном теннисе, туризме, спортивном рыболовстве. Открыли спартакиаду соревнования по стритболу и волейболу. Победитель спартакиады определится в конце года по итогам всех соревнований. Лидером будет признана команда, занявшая наибольшее количество призовых мест. В первый соревновательный день очки в копилку достижений принесла команда Славянского городского поселения. В волейболе среди мужских команд и стритболе среди женских команд они заняли первое место. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».